Ну, бачиш, що брата стільки їбану. Не знаю, ти как нахуй. Ти ніхуя на блесі їбану, там моя дочка кабана їбать. Брат, поїбать просто. Пиздец заряженный, блядь. Какой? Да там этот, тот старый. Охуенно, да? А так, ну, ты видел его мозг? Видел. Видел, да? Пару раз. Пару раз увидел, да? Пару раз, как уебал нахуй. Гашеточку в пол. Че, брат, как эмоции? Как эмоции? Брат, да прикольно, ебать, только и нет, раз 8 нахуй падал уже, пиздец. А, ну сейчас нормально, да, все, я подключился к Wi-Fi, все наладилось. Я нас тебя привел в бункер какой-то, я хуй. Я сам нахуй, ты народу дохуя, брат. Я не знаю, нахуй. Давай, 22-го. 22-го. Только прям рано, брат. Для тебя это норма, я думаю, да? Я когда не рано вставал. Для тебя это норма. Каждый раз, когда мы делали, кто дальше отдалится от Москвы, брат, и я опаздывал. Кайфуешь, нравится, да? Эй, брат, я очень редко выбираюсь куда-то. Что, тебе не очень нравится, когда я тебе массаж делаю? А? Тебе не очень нравится, когда я массаж тебе делаю? Блядь, я провалиться нахуй, блядь! Я, брат, я вообще нахуй. Надо было на самом деле просто гибку в инвейшне снять и все. Да хуя вышла? 200 там своем. Ебать, я уебок! А ладно, тоже не наговаривай на себя, блядь. Брат, не, я просто буду, смотри. Смотри, брат, смотри. Ебать, кастом ебейший. Брат, я говорил вначале стрима, что надо было литэнерджи заказывать. Все вопросы к Матвею. Ты делаешь звонок, я тебе приезжаю просто ебать. С мешком нахуй Деда Мороза литэнерджи, брат. 1000 банок привозил. Пойдем, скажешь, Матвей. Разбирайтесь. По поводу? По поводу, почему, блядь, не литэнерджи? Почему тут какие-то реддики, блядь? Что это? Короче, вопрос, почему не прислали? Почему не попросили? Почему не провели инициативу? Согласился. Не, на самом деле не знал, что вообще будут какие-то энергетики. На самом деле, брат, литэнерджи, любые ивенты, любые мероприятия просто... Матвей обосрался уже. Звонок Илюхе, брат. Он на 5 сантиметров ниже стал. Звонок Илюхе тебе сундук привозит, брат. Договорились. Тут ебать нахуя поел, накупили, блядь, бухла, никто не пьет. Вообще нахуй. Пошок все, блядь, пытается выпить нахуй. А? Брат, ты сколько выпил уже? Это 6-й я пью сейчас. Это за 10 минут последний. За... вообще тотал. Да что, стой, дай скажу. Это 6-й я пью сейчас. Смотри. Я подошел, говорю, о, привет, я люблю очень апероли. Они говорят, а, да, каждый раз, когда к нам кто-то приходит и говорит, что любит напиток и надо побольше наливать, мы ему показываем это видео. Типа ведро, ведро 5-литровое с напитком. Я такой, 5-литровое сколько? 5, значит, 12,5 апероли. Погнали, блядь. Погнали, блядь. Ну, братский, я смотрю на себя в экране, посмотри, какой я уебок. Я не могу на себя смотреть. Блядь, а почему так? Это пизда. Страшно, страшно. Ебать, у тебя ноздри, я ебал. Слышь. Ебать, у тебя вентиляция, ебанутая вытяжка нахуй. Брат, легкий танец Литвина, есть? Танец Литвина? В ассортименте. Ну, попросили, я не знаю, какая. Походу не кайф, да? Или же подожди. Друзья, кто-нибудь вокруг шум первый куплет знает? Первый куплет читаешь, смотри. Я второй. Зайка, давай! Минус только делаю. Зайка! Нет, я не. Да, Мишек, Юр, Влад, Антон или Мишек. Не до конца знаю место.
Блядь, неудобное положение. Давай скрипали в положение. Ты хочешь положение? Знаешь, в данном случае ты не спрашивал моего мнения. Я тебя пошлю, к сожалению. Версус батл опять существует? Бля, все, пацаны, я устал.